Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех на своем канале «Есть поесть». Сегодня предлагаю очень быстрый и простой в приготовлении бесконечно шоколадный пирог. По структуре он чем-то напоминает брауни, но в него добавляется очень необычный ингредиент, а именно кабачок. Разумеется, в готовой выпечке он не чувствуется. Пирог можно испечь в духовке, но я воспользуюсь мультиваркой, потому что, на мой взгляд, именно в ней пирог получается наиболее удачным. Ну и завершает весь этот шоколадный праздник шоколадная глазурь, которой я покрою пирог. Но, в общем-то, можно сверху просто посыпать сахарной пудрой. Список ингредиентов, как обычно, смотрите под описанием, под видео. Приготовлю сначала сухую смесь. Для этого я просею вместе муку, какао-порошок и разрыхлитель. Далее раскрошу шоколад в миску. У меня шоколад с 85% содержанием какао, но по вкусу можно взять более или менее горький шоколад. Добавлю сразу сюда сливочное масло и отправлю в микроволновку. Буду включать ее в несколько подходов и каждый раз выключая массу перемешивать. Ну вот, шоколадная масса готова. Отставлю ее пока в сторону и дам остыть. Молодой кабачок натру на крупной терке. Если в этом есть необходимость, удалите из кабачка кожицу и семечки. Тем временем яйца комнатной температуры я соединяю с сахаром, добавлю немного соли и ванильного сахара. И теперь все размешаю. Добавляю сюда растительное масло. Добавлю сюда немного смеси муки с какао и с разрыхлителем. Размешаю. Выливаю сюда шоколадно-масляную смесь. И теперь высыпаю остальную муку. И осталось отправить сюда натертый кабачок. Вот тесто должно получиться примерно такой консистенции, может немного пожиже. Если оно у вас получается очень жидким, но так как кабачок тоже бывает разной степени сочности, добавьте еще немного муки. Перекладываю тесто в чашу мультиварки. Отправляю чашу в мультиварку и ставлю на режим выпечка на 1 час. А вы ориентируйтесь по своей технике. Готовому пирогу даю немного остыть прямо в чаше. Затем извлекаю пирог при помощи чаши для варки на пару. И даю ему еще остыть. Для глазури я в миску разломала шоколад. Так как у меня шоколад горький, я добавляю сюда сахар. Вы действуете на свое усмотрение. Сахар можно не добавлять. Наливаю сюда молоко и кладу кусочек сливочного масла. Теперь отправляю все это в микроволновку. Буду включать ее в несколько подходов, после каждого размешивая содержимое. Ну вот, глазурь готова, и покрываю пирог. Если хотите, пирог можно не покрывать глазурью, а просто посыпать сахарной пудрой. Можно сделать подтеки, можно поверхность сделать гладкой, а можно, напротив, нанести какой-нибудь рисунок. Пирог готов. Вы можете дать шоколадной глазури застыть, хотя, в общем-то, в этом нет никакой необходимости. Посмотрите, как легко режется пирог. Какой он мягкий и нежный. Меня иногда спрашивают в комментариях, зачем тогда добавлять в выпечку тот или иной продукт, если он не чувствуется. Но в данном пироге именно кабачок придает необычную, такую влажную и сочную структуру. А шоколадный вкус и аромат просто сводят с ума. Поэтому, я думаю, любители шоколадной выпечки по достоинству оценят этот рецепт. Я благодарю всех, кто смотрит мой канал, кто не забывает на него подписываться. А также ставьте лайки, пишите комментарии и делитесь ссылками на видео в социальных сетях. Смотрите и другие мои рецепты,
Под описанием под видео вы увидите список плейлистов с подборками рецептов на разные темы. А я желаю всем приятного аппетита, удачных экспериментов на кухне, а мы увидимся в следующих видео.